Всем салам! Бывают случаи на перекрестках, когда непонятно, кто кому должен уступать дорогу. Не, ну понятно, когда вот такой вот знак, у тебя главное. Когда вот такой, ты уступаешь. Когда светофор, там вообще все ясно. И а что делать, когда на перекрестке вообще никаких знаков нету, светофора нету, ну... Вот мы с колесами решили задать вам несколько загадок. Поехали! Загадка номер один. Представим Т-образный перекресток. На нем встретились три машины. Синяя, зеленая и красная. Зеленой и красной нужно проехать прямо. А синий, это я, нужно совершить поворот направо. Кто кому должен уступить в данной ситуации, а? В этом случае все просто. Когда знаков нет, работает правило правой руки. То есть все машины, которые приближаются справа, мы их должны пропускать, потому что они для нас являются помехой справа. То есть синяя и красная проезжают первыми, а уже потом зеленая машина, так как у нее есть помеха справа. А вообще сначала же думали, что по-другому, друзья, да? Да, жалко, что у нас многие игнорируют или не знают это правило. В результате чего на небольших улочках, где знаков нет, случаются и неприятные аварии. Один знал, другой не знал. Следующая загадка. Возьмем те же самые условия. Как и в первом случае, вот перекресток, вот три машины, и тут висят знаки. Кто при таком раскладе теперь должен проехать первым? Этот знак означает пересечение равнозначных дорог. Поэтому здесь тоже действуют те же самые условия. Мы пропускаем всех тех, кто является для нас помехой справа. Помните, вначале я говорил, что со светофором все легко? И а что делать, если для обоих направлений горит зеленый? Да-да, вы не ослышались. Только у синей машины зеленый горит на секции, а у красной и зеленой основной. А? Ну как здесь, кто должен первый проехать? И подумайте, подумайте, я пока в инстаграме полазю, ну. Я теперь ответ. Молодец, кто ответил, что синий должен пропустить две другие машины. Потому что при движении по секции, включенной одновременно с красным, водитель уступает дорогу тем, кто едет с других направлений. Друзья, подпишитесь сюда, если правильно ответили на все вопросы. Сюда, если на два вопроса правильно ответили. Вот сюда, если на один вопрос правильно ответили. И вот сюда вот подпишитесь, если вообще купили права. И хватит сюда нажимать, и вы че? Капец, и смешно, блядь. И хватит, подпишись, подписка. И хватит, вы че делаете, а?